А вы когда-нибудь видели, как олени водят хоровод? А знаете ли, для чего они это делают? Мурманский фотограф Лев Федосеев запечатлел на видео, как олени водят хоровод. Оказывается, завораживающее зрелище животные устраивают не для красоты. В дикой природе они так защищаются от хищников. В центре карусели находятся самые слабые в стаде – самки и телята. Дальше круг очерчивают самцы, постоянно передвигаясь, чтобы хищнику было сложнее прицелиться и напасть. Этот инстинкт у животных работает, даже находясь в загоне под защитой людей.